Разве в цивилизованном обществе, где граждане будущего Великой России, правильно, что остались могилы, где написано «неизвестный солдат»? Наверное, неправильно. Значит, в будущем мы сделали что-то. Мы вот музей создали, очень много работали в архивных материалах, искали, кто родственники остались. Это боль, которая неизлечима. Вы, наверное, продолжите нашу работу и в истории Великой России, истории той великой и страшной войны не будет слова. Погиб, имя неизвестно. Пропал без вести. Вот этого не должно быть. Спасибо от всех потомков неизвестных солдат, которые не вернулись с той великой страшной войны. Вам большое спасибо.